В парке Гейдара Алиева в Киеве перед памятником великому лидеру состоялась церемония почтения в связи с 16-й годовщиной кончины общенационального лидера Гейдара Алиева. Принявший участие в мероприятии заместитель премьер-министра Али Ахмедов рассказал о неоценимых заслугах великого лидера Гейдара Алиева в построении и развитии азербайджанского государства. Он отметил, что годы руководства великого лидера Азербайджаном играли решающую роль в судьбе и обеспечении будущего нашей страны. Севда Джафарова, Гумбат Мамедов, Азертач, Киев.